Многим поклонникам российской фигуристки Евгении Медведевой всегда интересно знать, что думает о своей карьере и чем занимается их любимица в то время, когда нет соревнований. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что никогда не думала о том, чтобы уйти из фигурного катания. «Я думаю, что это до конца моей жизни. Будь то тренерство, катание в шоу или какая-то деятельность, например, общественная. Что-либо, создание чего-то своего». И даже когда я закончу соревноваться, я не брошу фигурное катание, я люблю это, рассказала Медведева на мастер-классе, который недавно проводила в Мексике. Напомним, Медведева сменила тренера после серебра на Олимпийских играх в Пхенчхане, где победу одержала Алина Загитова. Ради нового наставника Брайана Орсера российская фигуристка переехала в Канаду. На минувшем чемпионате России ей не удалось исполнить произвольную программу, у нее был поврежден конек. Поэтому Евгения Медведева не отобралась на чемпионаты Европы и мира. На данный момент сезон для спортсменки уже закончен, и она приступила к постановке новых программ. Впереди у Евгении много планов на будущее. Нам остается пожелать Евгении Медведевой, чтобы все ее планы осуществились, а мечты сбылись. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!